Всем привет, моя любимая! Сегодня мукбанг под звуки дождя. Наконец-то! Та, которая любит жару, захотелось прям, знаете, прохладу. Сегодня идеальная погода, даже солнышко светило немножко. И дождик, и так прохладно, свежо. В общем, пирожки, кабачки, жареные мы с вами не ели еще с соусом, да? Всем приятного аппетита, кто кушает со мной. Майонез, сметана, чеснок, перец, черный соус, такой, ну, как обычный, мой любимый. Главное, об соль зуб не сломать. Я жарила кабачки, папа помогал нарезать, и чеснок нарезал тоже. Чеснока уже много прям. Запивать буду вот таким лимонадом. Напиток пинаколада. Ага, это газировка. Захотелось фонтанчика. Купила Валберис пакетики для льда. Так классно, потом вам покажу. Возможно, в заказе Валберис или вот так как-то буду напиточек делать, покажу. Вообще класс. Очень люблю добавлять лед в чай. Это вот я этим летом так делаю, потому что мне моя племяшка подсказала, что так можно. И я не кипяченую воду заливаю, обычную. Киса там где-то на балкон хотела, видно там она или нет, или ушла. Пирожок тут почти мяса нет. Покупали. Вместо хлеба. Салат сковорода, конечно же. Вот этот очень вкусный салат попался. На огороде часто у нас раньше росли горькие салаты. Тут вообще горчинки нет, ни капельки. На вкус вкусно. Начинки мало. Пока ходила стирку, снимала там салат. Думаю, перед дождем уже ж видно, что тучи идут. Молнии, гром были. Думаю, пойду стирку сниму. Нару там и кабачок возьму, огурцов свежих. Запасусь, как перед концом света. И такой хороший котеночек попался. Вот у нас во дворе бежит на меня. К ноге пристал ребеночек. Ну, кот, маленький котенок. Не проверяла, девочка или мальчик. Я почему его домой не забрала, в дом не занесла, потому что вдруг это чей-то соседи скажут, что вообще нашего котенка хочешь украсть или что? Такой рыженький, маленький. Я думаю, блин, всегда хотела рыженького маленького котенка. Вот
такой ласковый, приставучий. Моя уже кошка, как увидела, зареновала, моя Леюшка, забеспокоилась. Я вынесла, покормила же. Жалко. Сразу чувство вины, елки-палки, почувствовала. Думаю, буря. Поставила, в общем, там и крышу у нас же. Там, где ступеньки, крыша такая. Туда еды, молочка. А с другой стороны, если взяли такого маленького котенка себе, зачем его выпускать на улицу? Может, убежал? Головка грязная, телка грязная. Он такой, видно, что хорошенький, но видно, чтобы на него упало. Жалко малышика. Почему-то думаю, это мальчик, хотя я не смотрела. Прям так уже щемился. Кажется, всех так жалко, да? Как будто вот я всех забрала. Так места не хватит. И столько этих бедненьких бездомных животных. Ну, такой нормальный дождь, знаете, грядки польет. Ну, так надвигалась прям буря, думала, сейчас все тут разнесет. Не так, тихонечко идет себе. Отлично. Очень по вкусу напоминает, как в бургерах вот салат, эти вот листья. Этот запах, я всегда вот когда открываю бургер, перед тем, как есть, я вот так нюхану, и этот аромат приятный салата. А вот эти дни, ребята, было вообще жарко. Прям духота такая. И мне лично, вы знаете, я вам рассказывала, что есть особо не хочется. Уже у нас кабачки сколько уже? Больше, чем неделю, наверное, растут. А я вот только пожарила. В таком виде. Ела в виде рагу. Супер. В холодильнике поставила.
Я вам не сказала, наверное, в начале видео. Мама сейчас спит. Папа спит. Сколько время? Около 4, около 5, наверное, вечера. Пойду дожаривать кабачки. Мама еще не ела, потому что она сразу заснула. От души благодарю за просмотр. Целую. До новых встреч.